мы создаем сетевой портал для студентов, и это нам как бы было бы плюсиком, если бы мы посетили данный тренинг. Поэтому я здесь. А подчеркнуть? Ну, вообще, как бы правильное создание сайтов, возможно, и какие-то, может быть, идеи разные рассмотреть. Интернет дает такую степень интерактивности, которую не дает ни одна традиционная платформа. И на всех семинарах, на всех конференциях говорят: «О, кого нет социальных сетей, того нет будущего». Что происходит? Люди заводят паблики имени себя. Они делали, ну то есть раньше была газета «Красная звезда», они сделали сайт газеты «Красная звезда», появился паблик газеты «Красная звезда». Классно. Они такие его делают, наполняют, задают силантивые вопросы: а что мы должны постить, чтобы нам на сюда подписывались? ВКонтакте, например, в своем паблике, где у нас там куча подписчиков, узнаем, где нет тепла. Мы на основании этих адресов, отлично, один пост. Мы постоянно проводим опросы там, то есть мы какие-то... Второй пост. У вас? Ну, там не они только. Нам кидают туда свои новости, конечно, фотографии, видео, какие-то вопросы задают, какие-то новости прямо никакого на стене. Никакого отношения к сливу контента в паблик речи не идет. Мы разобрались с мультимедийными форматами, это вообще самое важное. Надо о том, а кто у нас еще на какие вопросы ищет ответы и не находит. Мне стало понятно, как можно более выгодно распределить информацию там по сайту. Почему люди должны его читать на всех платформах? С какой стати? Вы людям что делаете? Уже хочется больше и больше расширить, там где-то ставить фотографии, где-то ставить репортажи, интервью, и это уже расширяется, и уже как бы вышло в большое что-то. Для меня уже сложился какой-то проект, какая-то мысль, как это все представить. Примерно вот в духе то, что мы разбирали в каком-то большом, ну как в газетах представляют. Самое важное, чтобы вы понимали, что то, что вы делаете, имеет смысл и значимость для той аудитории, для которой вы это делаете.